Люди у помаранчевих та салатових жилетках у Вознесенівському парку виривають з корінням амброзію. Трава завишки 30-40 сантиметрів. Цього разу долучились до роботи і запоріжці, які тимчасово безробітні. Додаткові руки комунальники знаходять через центри зайнятості. Але навіть у такий спосіб важко охопити всі 6 парків. Ежемесячно у нас працює около 9 чоловік. Ну, цього недостатньо. Коли от починаємо спілкуватися, чому так мало людей, як би ви нам присилаєте. Очень маленькая зарплата. 4300 минус налоги, то есть целый месяц люди, вот как вы видите, в такой позе на жаре, на солнце, то есть они не то что неохотно, они просто не идут на эту работу. Они механическим способом удаляют амброзию, достаточно эффективно, но недостаточно количество людей. Я еще раз хочу подсказать, там есть... Говорят, недостаточно желающих осуществлять подобную прополку вручным способом есть сегодня в центре занятости. Люди не особым желанием горят. Щорічно з міської скарбниці на боротьбу із бур'янами спрямовують 5-7 мільйонів гривень, а необхідно – втричі більше. Але результат боротьби з карантинними рослинами вже помітний запоріжцям. Вырывается трава, все вот это аллергенные, аллергеноносители, скажем так, в виде амброзии и остальных составляющих. Очень хорошо, что клумбами украшают, это очень радует, особенно к праздникам. Плохо, конечно, что у нас люди мало это ценят, да, и это очень, скажем так, быстро приходит в состояние негодности, ну, к сожалению, да, вот мне, как жителю, мне жалко, например, даже то, что, несмотря на то, что я это сама своими руками не делаю. Я представляю, как жалко это тем людям, которые делают это своими руками. Траву, що залишилася, скосять. Видалене та зібране вкупи вивезуть на сміттєзвалище. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.